Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья, спешу вам напомнить о том, что 25 ноября в эту субботу в 17 часов по московскому времени я начинаю новый цикл вебинаров на тему подготовки городской собаки. Мест осталось не так много, всего 4 места осталось. Большую аудиторию я не хочу набирать только по одной простой причине, что индивидуально не получится поработать с каждым из участников вебинара. То есть на вебинаре мы будем разбирать с вами такие цены, такие темы. Это основные правила дрессировки. А дальше мы будем подготавливать собаку по готовым, хорошим, рабочим методикам, исполнять определенные команды какие-то. То есть это будет команда ко мне, это будет команда рядом, будет команда фу, да, ну все те команды, которые нужны именно собаке, которая находится, проживает в городе. Мы не будем добиваться какого-то там подхода с левой стороны там по команде ко мне, либо собака должна сесть там перед вами, да, то есть такие вещи я не смогу решить именно по интернету на вебинарах. Но как правильно сделать так, чтобы собака в любой ситуации подходила к вам, методики эти рабочие я могу вам подсказать и рассказать. И в то же время, почему я говорю о том, что вебинары, да, то есть вы можете посмотреть там ролик какой-то в интернете, понять суть происходящего и работать своей собакой индивидуально, самостоятельно. Пожалуйста, нет вопросов. Но в 3-минутном ролике мы не сможем с вами вот показать нюансы, детали и так далее. То есть вот это же не первый цикл вебинаров, который будет проходить у меня сейчас. И поэтому я точно знаю о том, что на каждое вот упражнение, допустим, команда ко мне, да, она учится у нас 4 части, 4 недели мы изучаем. И в течение этих 4 недель, как по часу, по каждой части, по каждому упражнению, я минимум в течение часа рассказываю, как правильно его выполнить. Минимум этого времени, то есть час, я уделяю на то, на все нюансы, на все мелочи, на ваши на ответы на ваши вопросы. Помимо этого всего, я предоставляю участникам вебинара годами наработанный видеоматериал, да, мной, который поможет еще, помимо всего прочего, там в изучении там каких-то трюков и команд, ну простейших каких-то команд. Поэтому записывайтесь по адресу medved172@mail.ru, вам вся информация будет предоставлена. То есть участие в вебинаре стоит всего 200 рублей. Это, ну, я считаю, что вообще просто демократичная цена такая, ни о чем. Поэтому жду вас, все вопросы я отвечаю именно по адресу, который будет написан к описанию к ролику. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Успеваем записаться до субботы, потому что, повторюсь, 25 ноября 2017 года в 17:00 уже начнется вебинар, и все, кто записался заранее, получат ссылку, то есть вебинар будет закрытый именно для участников вебинара. Осталось всего 4 места. Пожалуйста.